Башнефть вошла в топ-50 самых дорогих брендов России. Нефтяная компания заняла в рейтинге 28 место, опередив таких гигантов, как «Северсталь», «Русал» и «Русгидро». Оценку провела компания «Бренд Финанс». Во сколько конкретно оценивают эксперты товарный знак «Башнефти», выяснить не удалось. Что касается материнской компании, «Роснефть» занимает в рейтинге 4 место с оценкой стоимости бренда в 180 миллиардов рублей. Это на 8% ниже, чем годом ранее. Отмечу, что «Роснефть» занимает 3 место среди предприятий нефтегазовой сферы после «Газпрома» и «Лукойла». «Бренд Финанс» оценивает стоимость бренда с помощью метода освобождения от авторских гонораров, определяющего, сколько была бы готова заплатить компания за лицензирование своего бренда, если бы он не являлся ее собственностью.